Если я сейчас пойду, подойду к ней ближе, она скукожится. Вышла намокнуть. Она меня увидела в окошко, поэтому такая, ну нет, я не буду самолетом публично. Ну что ты, сова мокрова? А ты и не мокрова вообще. А как ты так мокла, что ты не мокрова? Я без цыпленка. Я еще не ходила за ними. Такая ты злова. А что сразу без этой? Ножки сухие сегодня. Ого. Вообще ты такая, Ёль, раз такая. Ну, накидала еще перышков. Да? Скажи. Сейчас будет лить, поливать. Добра наливать. Ой. Чё это так это? Попой на стенку. А? Ну, хоть гуся не трогай. Гусь молодец, сухой сидит, лежит. Ладно, я принесу тебе цыпленка. Сейчас я пойду за ними. Под дождем. Принесу. Ты тоже злой. Сегодня погода злая, да? Или тебе ума не хватает? Давай тебе дадим ума. Держи. Держи, держи, чего ты? Не голодный? Ну, хоть убери тогда. В места для некурящих, да, лучик? А то он медведь курил и все. Чунечка, ты тоже будешь? Чучунь. Тебе тоже дать ума. Где ты там? Чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну-ка, держи, держи. Вот, молодец. Чунечка никогда не откажется. Даже если он не голодненький, он все время возьмет, пойдет и спрячет себе про запас. Да, Чучунь? А потом доест. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну ладно. Ешь, или ты погадку еще не скинул. Ну вот, похоже, и до нас ураган дошел. Потому что сначала, когда я у елки была в вольере, ветра не было вообще. А сейчас он как деревья гнет. Вот. Очень сильный ветер поднялся. То есть он даже листики вон срывает. Я сейчас с овешней кормлю всех. Так что, да, к нам прилетело. Града пока нет. Ну, что еще будет? Сейчас, конечно, из окон видок такой. Но это, конечно, зарастет все. Вот эти кучи вообще, по идее, надо бы закрыть какой-то пленкой. Ну, материалом, чтобы трава не вырастала на них. Вот, а так прям он, Артём вчера вечером, ну, уже ночью накрывал машину, потому что Смоленский град вот такой вот был. И за машину тревожно. Вот. Ну, кофе, он сидит, ему нормально, у него крыша там.
сидит, что-то смотрит. Ёлка тоже сейчас под крышей. Ну и, конечно, там барабанит. Так-то у нас все укрыты. Но вот это вот... Это я еще на улицу вот здесь сижу, на улицу не выходила. Я пришла сюда, еще был такой не сильный дождик. Без ветра, а кубик что вылез. Кубик решил... У нас где-то морошка на самом деле гуляет, но я думаю, она на веранде сидит. Она все-таки умная кошка, есть много ума цыплячьего. Поэтому под дождем она гулять не будет. Привет. Я как его выпустила сюда неделю назад, так и не видела еще. Это Морошкина добыча. Мышонок полевой мыши. Где-то здесь еще мышонок полевки должен быть. И, ну, малютка, она малютка вылезает, она это живет здесь. И чё, все убежал. Ну, живут. Мыши у Лучика живут, да? Скажи, у меня мыши. Ты чё на моих мышей тут покушаешься? Сейчас мы им дадим чего-нибудь вкусненького, да, Луч? Ну, то есть они как за день уделывают за ночь пеленку. Они ее рвут, грызут. Да, им нужно горничная. Ой, а что он лежит? Типа так, это удобнее брыкаться. Ой, а ты попеть умеет. А эти... Нам повезло, что они молчат. Смотри, он на горло лапу поставил. Морошек. Это он так доминирует? Нет, это он просто не понял, что происходит. Давайте, держите. Какая там, пусть лежит на какой-то тамочке. Морош, только не прыгай туда, пожалуйста. А они клюются? Не, они лапами брыкаются. Так, ну даже если клюются, они не больно. А если это опалят цену? Ну суй. Только вот лежачими не суй. Надо им манежек разобрать, на веранду поставить вот после всей этой непогоды. И пусть они уже сами там едят. То есть идут класть сверчков всяких. Нам сегодня Терексфуд подгонит сверчочков. Ой, надо было у них сорняча попросить, я что-то не догадалась. Ну ладно, у меня замороженные есть. Ну, будут там сидеть и сами питаться. Они вообще едят сами из мисочки. Вот это вот, конечно. Ну что, давайте, выгружайтесь. Вот как я делаю, не надо делать, если можно... У них уже активно растут перья, но вроде таких нету заломов. Погадки скинули, молоденькие. Ну что вы опять сбиваете? Тебе нравится лежать? Вот так вот он лежит именно для вот этого. Чтобы наподдать всем. Мы вот так сделаем. У меня такие реснички. Вот он в пушинках. Сейчас кормить.
Но они все оббегают в серединку капель. Главное, чтобы пеленка была в серединке. Там, типа, говорят, приклеите скотчем. Они отдирают, они же ее ковыряют и жрут. Не жрут, а рвут. Жрут, рвут. Вы уже все, что ли, не хотите это? Как маленькие есть. То есть они теперь уже достаточно сильно боятся, что даже есть, наверное, не боятся. Неудобно сидеть. Они же клювы открывают не потому, что там типа положите туда еду. Это они меня так пугают. А я им хоба и еду в клюв пихаю. Они такие, ух ты. Мясо испугались и сдохли, и можно съесть. Да? Кусочки. Все-таки поменьше. Я им сейчас по несколько штучек дам, а остальное поставлю, чтобы они сами съели. Потому что уже надо. И этот уронил, который на жопе сидит. Все, ладно.